Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули сегодня ко мне на кухню. Давайте приготовим очень быстрый, вкусный, простой в приготовлении салат из обычной свеклы. Для меня это настоящая замена винегрету. Надеюсь, что и вам очень понравится. Тем более готовится салат, за 5 минут. Для салатика нам понадобится отварная или запеченная свекла, также отварная морковка, которую я готовлю буквально за 5 минут в микроволновке, просто порезав вот так вот уже на готовые кубики. Немного зелени, у меня петрушка и укроп, также половинка красной луковицы, одно небольшое авокадо и 3 средних огурца. Свеклу очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю немного подсолнечного масла и все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю резанную кубиками морковь. Старайтесь все овощи резать одного размера. Небольшим кубиком также нарезаю свежий огурчик, предварительно его почистив. Нарезаю небольшим кубиком красную луковицу. У меня половинка. Далее идет авокадо. Я его очищаю и нарезаю. Салат заправляю 1 столовой ложкой сока лимона. Доливаю еще масло. По вкусу солим. И также добавляю свежую зелень. У меня это укроп и петрушка. Зелени не жалейте, салат от этого станет только праздничнее и красивее. Все хорошо перемешиваем и даем салату настояться. Салат получается очень ярким, свежим за счет свежего огурчика и красивым. Посмотрите, как красиво он будет смотреться на праздничном столе. Замените им винегрет. Я думаю, гости не откажутся от такого салатика. Попробуйте, надеюсь, вам понравится. И кому понравится, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Готовьте также просто и вкусно. Салаты могут быть не только майонезными, но вот такими вот вкусными и полезными. Всем огромное спасибо. Пока-пока.